Всем здравствуйте. Мы сейчас с Денисом гуляем по Нижнему Новгороду. И вот поднимаемся к одному из наших объектов. Это будущий ресторан «Чайка», который мы, облицовку которого мы выполнили в прошлом году, 2023 года. Облицовка выполнена португальским известняком форматом 450 на 900 мм, толщина 30 мм, выполнена на подконструкцию «Юкон». В утеплении фасада выполнена минерально-ватный Rockwool, Ventibats, толщиной 100 плюс 50 мм. Также мы видим, имеются вставки из темного гранита. Это китайский гранит, также толщиной 30 мм. Скрытая система, а швы сколько? Швы 3 мм. А формат камня еще раз? 450 на 900 мм. Угу. Лестницу кто делал? Лестницу делали не мы, лестницу делали другие подрядчики. Понятно. А тут я смотрю, раздвижные какие-то, да, здесь конструкции. Конструкции. Это если мне не изменяет подсистема, оконная система Райка, по-моему, если мне не изменяет. Угу. Слушай, тут еще и самолет какой красивый. Да? Да. Не, Нижний очень красивый город. Родина, можно сказать, мокрых фасадов. Это уже на нашем крылечке кто-то успел, несмотря на то, что такая толщина, отбить гранит. Ну, стараются люди, да, ты думаешь. Стараются. Специально обученные люди, видишь, вон, вот такими грузовиками обязательно что-нибудь доуделают. А мы продолжаем осмотр. А что вот для защиты камня все-таки используется, как для часто? Для защиты фасада из известняка или травертина нужно использовать гидрофобизатор. Покрывать рекомендуем первый год и через год. Далее просто наблюдаем. Как правило, если хороший гидрофобизатор, это достаточно. Ну сколько? Три раз в три, в пять лет. Слушайте, на самом деле можете и 7, и 10 лет простоять, и пока мы не видим, что камень намокает, его не нужно обрабатывать. То есть обработали 1-2 раза и наблюдаем. А вот с такой конфигурацией кровли вода не будет литься по фасаду, нет? На самом деле в этом проекте все рассчитано, то есть имеется внутренний досток, пока мы здесь не наблюдаем, что протекало. То есть такое, да? Да. Имеется балкон, даже два балкона. Низ, кстати, сделан тоже в граните, в подсистеме. А это один или два ресторана? Это один ресторан будет, «Чайка». Один, да? Да. Угу. Когда его запустят? Я не могу вам точно ответить на этот вопрос. Мы сейчас видим, что внутри ведутся работы. Угу. К сожалению, мы не являемся собственниками, только подрядчики, которые делали фасад из камня. Понятно. Ну, посмотрите, какая красота вообще. Место обалденное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Счастливо, до свидания. Мир вашему дому.